Ну а начинать выпуск приходится с тревожной новостью. Выстрел прозвучал около Иркутской школы номер 75. Все произошло накануне. Местный житель принял горячительное и решил развлечься, прогуливаясь по району и размахивая пистолетом. Хорошо, что в этот момент рядом с ним никого, в том числе и учеников образовательного учреждения, не было. Ведь в руках дебошира оказалось травматическое оружие, из которого он произвел выстрел в припаркованную машину. Сотрудники полиции задержали мужчину, его оштрафовали. Остается надеяться, что протрезвев, хулиган осознал, к каким тяжелым последствиям могла привести его прогулка с пистолетом. Хотя опыт показывает, подобные выходки жители региона и в частности Иркутска позволяют себе довольно часто.